И всем привет! Вот, значит, подписчик пишет, вот, как сделать, чтобы были вот эти вот зоны, ну, вот эти вот каналы, получается. А подписчик Акуна Матата, да, забыл сказать. Вот, значит, вот тут вот, как минимум у вас должен быть, наверное, канал активирован. То есть, вы должны зайти на свой канал, вот тут функции вот эти вот, и подтвердить. Вот это, тут вам скажут, что надо делать, тут ничего сложного нет. Спонсоров нет. Это что-то еще новое появилось, сам не знаю. Потом посмотрим. Суперчат какой-то, фигня. Ладно. Вот. Вот, как только вы там все активировали, вот заходим сюда, изменить модули и вставляете каналы. То есть, делается как? Допустим, отбирайте тот же самый свой канал. Выбирайте свой канал. И вот кому там, допустим, кому-то подписались вот здесь вот раз. Типа скопировать ссылку. Вот копируете, заходим сюда. Вот сюда кликаем. Бимс. Нажимаем добавить. Ну вот понятно, что он уже добавлен. У вас он появится и все. Вот, а здесь получается. Это просто вот эту отключить можно и включить. И каналы те же самые на вашу же тематику появляются. То есть то, что вы типа снимаете или похожие по теме видео, вроде как появляется здесь, насколько я понял. Так что как-то так. Всем спасибо за просмотр и всем пока.